Всем привет! Вы на канале Inbig VR, и мы сегодня записываем прохождение одной прекрасной игрушечки под названием Convergence. Просто я сплю, значит, да, просыпаюсь, утро, и мне такая смс-очка, я такой полузакрытыми, открытыми глазами достаю, смотрю, а там, короче, на почту пришло письмецо, да, вы представляете, и там ключик на игру Convergence, представляете, которую я так долго ждал. Это, если кто не знает, смесь Сталкера, Метро, Escape from Tarkov, и просто все в одной, игре. Вот, пожалуйста, там кто-то, блядь, кого-то стреляет, видимо, кто-то не предъявил пропуск в развернутом виде, и его наказывают. Тут просто музычка такая, атмосфера, прям все чики-пуки. Просто смотрите, как у него красиво идет дым сигарет. Просто он пыхтит, смотрите. Курение вредно, кстати, да, ребятушки. Нельзя, но смотрите, как прикольно он это делает. Там какие-то фонари, тут какое-то небо. Тут просто все круто. Нас тут приветствует Ник, разработчик самой игры. Благодарит нас проявленному интересу к игре. Так, мы закроем это, да? В игре есть русский язык, поэтому мы сразу же залетаем. Опа, русский. Субтитры давайте включим, почему бы и нет, общая громкость, графика, давайте будет высокая, вес, перезарядка, дело включить, вроде положение, все вроде четко, управление, давайте тоже посмотрим, что здесь есть. Так, игрушечка выйдет 22 либо 23 апреля, да, там что-то 8.00 по МСК, и поэтому я снимаю раньше, чуть раньше, но выкладывать нельзя, поэтому вот, привет вам из прошлого, да. Выложу я сразу же с момента разрешения. Так, с обучения. Нужно нам обучение? Нет. Что я забыл сказать, что эту же, то есть игру Paradox of Hope, помните, да? Вот, это тоже человек делал, вот, и он, так скажем, закрыл тот проект, насколько я понял, насколько мне известно, и он создал Convergence. Поэтому мы уже начинаем играть, наконец-то. Convergence предоставляет широкий спектр опций, позволяющих настроить игру в соответствии с вашим личным уровнем комфорта. Давайте ответим на несколько вопросов. Далее. О, вы будете играть стоя или стоя? Какой рукой вы предпочитаете держать оружие? Правая, конечно же. Вы предпочитаете удержание или однократное нажатие кнопки для захвата предмета? Удержание, скорее всего. Да, удерживать. Вы предпочитаете плавное передвижение или плавное? Вы предпочитаете плавное или резкое вращение? Плавное. Отлично, все готово. Помните, что вы можете изменить эти параметры и настроить их более детально в любое время, выбрав управление в меню. Завершить. Перед началом игры пройти обучение. Ну, принять. Раз настоятельно рекомендуют, то мы не можем спорить. Не можем. Все-таки вот. Очень круто, что наконец-то такие... О, песель. Капец. Помните, как в Аризоне? Блин, да он почти... Да он такой же. Он даже... Блядь. Тихо, не дергайся. А, смотри, какой угарный. Тихо. Чё ты отворачиваешься от меня? Какой он крутой. Да все, не дергайся, мне страшно. Используйте левый стик для передвижения, правой для вращения. Такое ощущение, да? Маленечко, но я... Не знаю... Как будто чуть-чуть. Опустите правый стик вниз, чтобы присесть. Так. Так, отлично. Достаньте револьвер из кобуры на правом бедре. Поместите револьвер назад в кобуру. Ой, звук, как и сталкера. Достаньте нож из ножа. Ого. Ладно. Достаньте КПК и справа на ну, корма. Йо, завершить обучение. Нажмите кнопку. Ага, ого, Баланс, репутация. Энергия, гидратация, выносливость. Отлично. Достаньте фонарик из левого. О, пес реагирует на свет. Ну, он реагировал, по крайней мере, смотри. О, мы можем... А!
Прикольно. Снимите рюкзак с левого плеча. Блин, хватает, все четко пока что. Блять, будь здоров. Нажмите на курок, чтобы поставить рюкзак. Ага, если вы далеко отойдете, он автоматически вернется. Чтобы притянуть предмет, такое ощущение, что мне срезает маленько ППС. То есть, как будто маленечко срезает. Ну-ка, ребятушки, надо посмотреть. Так. Нет. Ну-ка. Сильно графика не меняется. Косметика. Какие-то шапки, камуфляжи, скинчики. Смотрите-ка. Офигеть. Так, попробуем на низких погонять. Визуальные подсказки это включены. Так. Вернуться в игру. Посмотрим. Что-то маленечко меня это... Ну, как-то поднапряжненько. У меня стоит 72 Гц, я там поставил для... Для контрактора, да, маленечко, кто знает, там увлекаемся, да, киберспорта маленечко. Чтобы притянуть предмет издали, наведите на него раскрытую ладонь. Ага. Ого. С помощью детектора в наручных часах найдите эффект обычный предмет измененный. Измененную аномалию. Так. Ты чё, слышь? Прикол. Подожди, нам мы... Ты меня отвлек. Ага. А, на что полностью прям шкала? Ну да, естественно. Опа-опа-опа-опа-опа, вот она. Ого-ого, что делать надо? Она меня убивает. Чтобы свистнуть... Да, бля, буду... Сука. Чтобы свистнуть, поднесите руку к рту и нажмите на курок. Так, алло. Так, быстро свистите, подожди, чтобы отдать команду ко мне рядом. Да ты чё, секунд, блядь? Свистнись длинно один раз, чтобы отдать по команду сидеть, ждать. Ждать? Ого, если пес обнаружил противника, он начинает кричать, тогда его можно отправить в атаку одним коротким свистом. Давай, в атаку! Давай, мочи его, хорош. Ваше основное оружие хранится за правым плечом. Сейчас оно отсутствует. Нажмите красную кнопку, чтобы завершить обучение. Мячик! Готов! Беги! Блин, угарно. Давай, родной. Давай, мяч! Молодец! Весель! Лови! Прыгать умеешь? Опа! Ты чё опять сышь? Да ты чё такой секунд, блядь? Сыкун, блядь. Так тебя назову, Сыкун. Ты будешь мне Сыкуном. Так, обучение прошли, да, с горя попало? О, привет, это Никита. Так, это у нас было. Если есть предложение... Ага. Ай-яй-яй. Играть. Ура, погнали. И вот он. Вот они мы. Начало игры. Та-ра-та-та. Привет, красавчик. Алло, прием, пришел я. Запиши меня, да? И в списке есть? Ладно. Кстати, он моргает. Бля, смотри, у него взгляд, у него зрачки за мной. Ладно, нормально. Пропускай меня. Та-ра-та-та. Пацаны, здорово. Та-ра-та-та-та. Оу. Та-ра-та. Опа. О, ребята тут уже играют. Ну ничего. Подожди, подожди. Я же не готов еще. Для установки прицелов и насады наружу нажмите его в тиски на верстаке, после этого принесите насадку и нужному месту отпустите. Мы сейчас тут будем рекорды бить. Так, почистим. Так, это мы не можем, блядь, это мы.
Так, у нас есть... О, у нас есть... Это что? Так, опа. Самое главное, это самое главное. Опа. О, теперь кай. Продолжаем. Что-то не то было. Ладно. Ну что там? Ага, все потраченное время на тренировке, отчет таймера, патроны выдают тут назад. Так что смело оттачивайте навыки своей стрельбы. Воу-воу-воу! Так, это что? А, вот как передвижаться. Понял. Бля, сигаретка мешает. Так, вот сюда вот ее чуть-чуть. Маленечко кривовато. Ого, как он крутит! Тут маленечко надо левее. Как это пусто. Ай-яй-яй, я что выкинул-то? Опа, это же нельзя, наверное. Для быстрой перезарядки. Лучшая попытка 3. Так, инбик 3. Давайте побьем рекорд, 38. Так. Ну, блядь, ну как так? А-а-а. 13. Все кончилось, ёп. Короче, товарищи, мы набрали вот пару раз. Это 3 сыграл, 13. Это перезарядка маленько непривычна. И не хватает патронов. То есть я могу понять, как они набрали 13 очков. Я попал все в голову, но парочку промазал. Получается, как дополнительно, то есть я сделал же 13 или 12, кажется, я сделал киллов. Нет, подожди, я попал весь рожок, попал второй рожок и в третьем два раза промазал, кажется. А, подожди, там еще не хватало пуль, поэтому вот. Ну да, вот, кажется, 13, наверное, попал, но я в голову попадал. И все. Так, хорошо. Ладно, пойдем. Ладно, будем на 7-м месте. Но ничего, мы еще побьем рекорд. Что тут у нас дальше? О, по-русски. Что-то вас сильно много сегодня. Ну да ладно, заходи, не стесняйся. Меня Захарычем звать. О, Захарыч. Я местный торговец. Занимаюсь тут дополнительным обеспечением. Потому что снаряга, которую озвучка вам бесплатно классная выдают, доверия не вызывает. Скажу прямо, с ней ты долго не протянешь. Так что тащи мне хабар из зоны, а я подгоню тебе все, что нужно. Стволы, патроны, нателку. Артефакты тоже тащи. Их ученые забирают для опытов. И готовы за все это дело нехило платить. Круто. У нас тут в Чернокаменске опасно. Чернокаменск. Много кто оружие брал и не возвращался. Поэтому сейчас стволы в дефиците. Чтобы они не кончились совсем, я придумал такую штуку. Выполняешь пару-тройку заданий, получаешь добро на покупку снаряги. Логично. Получше. Понимаю, звучит как холодный расчет. Но если все полягут с годными волынами, новеньким на пунктах сбора выдавать нечего будет. Согласен, бро. О. И еще кое-что. А, тут такое не работает, да, пальцы, так, эмоции? Мне позарез нужны конкретные предметы. За такие готов платить в два раза больше обычного. Можешь отслеживать их на мониторе и в своем КПК. Там же, где и задание. Окей, бро. Бля, палец вверх хочу. Ну, все рассказал. Сказать не могу. Отправляйся на свою первую вылазку. Если вернешься, будем уже дальше разговаривать. Добро. Да, чуть не забыл. Советую не забивать на страховку. Первую отдам даром. За счет заведения, так сказать. Хе-хе. Вон она. Слева от двери. Слева от двери. Какой двери? Именно. А.
Страхование. Единоразово защищает ваше снаряжение после смерти на предметы, в рюкзаке не распространяется. Окей. Удачной охоты! Блин, спасибо. Для покупки предмета просто возьмите, поставьте. Выполнить заднюю торговку, чтобы повышать свой уровень репутации. О, это... Думаю, что за фигня? А. Новыми уровнями репутации становится доступно новое снаряжение. Так, здесь мы можем покупать. Окей, понял. Револьвер, прицел. А сколько у меня денег? Сколько у меня денег? Бля, баланс 0. Ну-ка. Ладно. Опа, включился. Так, куда нам? Бля, храпи, товарищ, подготовься к вылазке, не забудь взять медицину и патроны. Тщательная подготовка, залог успешного рейда. Блин, прикольно писали, интересно. Заработано за один рейд. Вот ребята зарабатывали. Ага, ребята уже тут играли. 9 000. Получается, мы рейдим. Получается, Escape from Tarkov. Пацаны храпят. Это... Получается так. При дегидратации снижается максимальный вынос. Не забывайте пополнить свои запасы чистой питьевой воды. Чего? Понял. О, вот он мой пёсель. Вот она я. Ладно. Мы можем чертить. Круто. Здорово, пёсель. На, побежишь за мячиком, нет? Используйте схрон для хранения нужных предметов. Обратите внимание. О, мои труселя тут хранятся. Нет необходимости исследовать всю рядовую локацию, чтобы выполнить задачу или найти выход. Однако настоящий охотник всегда сможет найти в каждом рейде что-то особенное. Так, это что-то воспоминание. Возможно, это я, это, возможно, его мать... Главного героя. О, а, во как. Блин, круто. Блин, взаимодействует все тут. Че тут у нас? Опа, какое-то дело. Но мы не можем с этим делом ничего сделать. Сколько время? Можем тут что-то крутить? Не можем. Окей, все, спасибо. Для включения лазеров, фонарик, используйте курок второй руке, удержите оружие обеими руками. Не забывайте чистить снаряжение после рейдов. Грязное оружие может подвести вас в самый ответственный момент. Хорошо. Бар закрыто на ремонт. Блин, бар закрыт на ремонт. Слышите? Печат. Блин, прикольно. Классно. Так, рейд, да, окей. Рейд, это рейд сюда. Да, что у нас есть? У нас есть... Это есть то... Так, что тут, товарищи, подготовьтесь к вылазке, не забудьте взять медицину и патроны. Тщательная подготовка, залог успешного рейда. Отлично, так, открыть, закрыть влево, открыть вправо. Опа. Погнали. Что тут у нас? Собачка. Гаражный кооператив, сложность легко. А, рейдовая локация, гаражный кооператив, спутник пес. Следующая локация, сложность непонятно. Сложность сложно, гаражный кооператив... С помощью этой карты вы можете выбрать локацию, куда хотите отправиться, а также вашего спутника. Для этого просто возьмите нужную фотографию. Ну, гаражный кооператив. Подземный комплекс. Сложно, требуется репутация 2. Вот, я взял гаражный кооператив. Давайте возьмем. Я готов. Гаражный кооператив. Это я. О, пацаны движок перебирают. Ух, смотри, как прикольно нарисован. Погнали. Уф. Что там у нас? Что-то куда-то мы поехали. На УАЗике буханка. О, тихо, тихо, хватай руль! Ты чё? Блять, нельзя. А, блядь, сигналь. Еее, здорово, Костя. Ты можешь погладить? Бля, музон, слышишь какой? Чё-то знакомый как. Схвати, алё. Он не хочет двумя руками держать. Блять, задел. Ого. Больно. Так, загрузка завершена, поверните ключ, чтобы начать. Давай. Погнали. Ху-ху-ху-ху-ху. А-а-а. Блять, пес. Заколебал. Ну, скули, скули.
Так, что у нас тут все заряжено, да? Рюкзак есть. Так, у нас рейд. Пили жена, будь мужиком, купи себе гараж. А ты хорош. Так, ключ мы можем его разбить? Можем. Что здесь у нас? У нас здесь ничего нет. Блять, как только пулю целую потратить, ничего нет, алё. Ладно, продолжим. Так. Помним, да, если пес рычит, значит... Что-то рядом. Так, что у нас тут в этом гараже? Нам нужно просто рей... Идем. Тихо-тихо. Свет горит. Какие-то жесткие перестрелки. Так. Там что-то написано. О-о-о, тихо-тихо, тут говорит. Смотрите, можно просто руку подложить, он сам держит. Можно не нажимать ничего. Тут кто-то есть. Интезе радиус, ёпта. А, вот он. Ну-ка. Как там? Блять, последняя пуля была лишней. Глаз на жопу натяну, сразу обзываешься. Ууу, вертолетики, ёпта. Это то, что все, что ты увидишь перед смертью. Так, о, блять, все всадили. Угу. Что там ты мне предложишь? Так, он у тебя взведен, ты офигел? Да. И что здесь вообще делают? Они матерятся. Они еще матерятся. Это что такое? Сокол. Порох. Нифига себе. Порох. Это мы берем. Опа. Космос. Ну куда же тут без... Будь здоров, кстати. Секунд. Не слышали, да? Завис, короче. О, тут что-то у него валяется. Какой-то ножик. Нафиг нам нужен. Что еще? Блин, как он четко нарисован. Бандиты прям красиво. О. Планируют что-то масштабное или решили выходную взять? Дайте знать, если кто их увидит. Да, дам знать. Это что такое? Это по-любому можно брать. Кофе. Кофе все любят. Кофе любят все. Это нам нужно. Опа. Ну чё, кто кого здесь? Рейдим карту. Пам-пам. Пара-пам. Пу-пу-ру-пу-пум. Курить вредно, кстати, ребятушки, только в виртуальной реальности. Курить запрещено. Пам-пам. Опа. Тара-та-там. Пёс? Живой? Ух. Так, ну нам надо... Что там? Телефон. Выжить в первом рейде, найти точку эвакуации, повысить спрос. Кружка. Опа. Блядь, походу есть выход. Это и есть выход, походу. Давайте пока туда не пойдем. Вдруг мы телепортнемся, как в таборе. Ну, может, там время есть до телепорта. Но мы еще пошаримся. У нас место есть. Мы нашли автомат. И у нас два места еще. Пока что больше никого народа мы не встретили. Поэтому вот, давайте, давайте. Кто-то перестреливается там. Все, мы не встретим никого. Типа бандит на бандит там. Тычка. А мы такие, оп. Так, тут ничего нет. Даже кардан, блядь, тащили с машины. Вот еще кофейку. Опа, кобурушку. Опа, упади. Я реально сел, в реальной жизни прям сижу, отвечаю. Так, у нас уже два кофе, да ты мой маленький. О. Погнали дальше. О, сюда.
Сода, сода. Сода нам нужна. Так, аж руки задрожали. Так, у меня сигарет закончился. Ну и хватит. Сигареточку на рейд больше не надо. Все-таки нужно следить за своим здоровьем. Да? Правильно? Велосипед. Есть замочка? Секунд. Ну правильно, помечай территорию. Все нормально. Слушай, ну мы нашли автомат, мы нашли кофе, порох. Я думаю, это будет достаточно. Но одного бота, возможно, это легкий уровень сложности. Поэтому вот. Так, а что мы там еще упустили? Возможно... О! О! Я ничего не пойму. Почему в таких местах, блядь, ты тратишь пулю? А ты ничего нету у тебя. Собака здесь. Слушай, ну давай на первый рейд, что пойдет. Давайте посмотрим, что там дальше, какие функции будут доступны. Что-то пока тускло. Так. Да-да, пикает, пикает. Четко. Два, один, вот на часах. Та-дын. Всем пока. Первый наш рейд в игре Convergence. Опа, опа. Что там она? Бонусы какие-то будут? У меня автомат. Так, подожди. Как его брать? А вот так вот. ППШ. Опа. Ну как там погодка? Солнечная? Хорошо. Чё притащил? Захарыч, короче, вот. Вот тебе пороха. Вещь хорошая, но состояние плачевное. Чуть 500 рублей порох. Так, сколько у нас нынче сода стоит? От души. 558. Охренеть, смотри. Хабар есть, можно поесть. Хабар есть, можно поесть. Мы уже 2 200 000 на балансе. Так, ну есть вот. Так, ППШ 1700. Слушай, ну мне ППШ как бы, ну... Опа, блядь, мне как бы... Слушай, ну все, он походу зарегал. Так. Для покупки предмет просто возьмите его с полки, чтобы продать, предположите его на стол торговца. Ваш текущий баланс отображается на экране. Баланс 3966. Ага. Ну все, братычка, мне больше тебе нечего предложить. Тут-то столько-то, тут-то ничего. Так, мне нужны патроны. Так. О, у тебя тут ножики есть, аптечка, вода, печеньки. Так, вот, мне нужно... Слушай, ну это 270. Блять, 1500. А, 40 штук. Сука, заманчиво. Слушай, ну сколько у нас там? Так, раз, два. Так, и у нас тут еще есть. Слушай, ну в принципе на рейд должно хватить, да? Давайте пока не будем ничего покупать. 10 тысяч костюм. Костюм чего? Химзащиты. Отлично. Ладно, погнали. А тут что такое? О! Улучшение снаряжения требуется, что-то там. Улучшение схрона. Ладно. Вот давай дальше. Заходи, если что. Так, ну где мы там? Мы на 15 месте, 4000, ёпта. Хо-хо. Ребятушки, ну ничего, погнали. Так, тут нам нечего делать, погнали. Открываем. Погнали. Так. Так. Мы можем, кроме собаки, еще кого-то с помощью карты? Ладно, погнали. Тын-тын-тын-тын. Гаражный кооператив, сложность легко. Давай, давай мне. Погнали, на буханочку нашу. Подготовили, ласточка моя. Сейчас будем рейды мутить. И что получается, нам надо как-то... Ух ты ж, блядь, теперь очень близко. Тут хожу просто по комнате. Почему двумя руками не хочет брать? Только одной. Понятно? Я только одной рукой. Опа, еще передачу можно щелкать, смотри. Можно музыку щелкать? Еще можно. Дверь, можно выйти оттуда? Можно окошко открыть, смотри! Отлично! Просто на свежем воздухе. У-ху. Ветер в харю, а я шпарю. Та-ра-та-тан. Загрузка завершена. Погнали. Опа, выехали. Весель. Опа. Погнали. Так, у нас есть нож. Опа, это нечаянно. А, вот так. Ну чё, кто кого, то на кого. Я на кого. По сути, можно ходить спокойно, пока пёс рычать не будет.
можно прям вообще по-быстрому, я тебе говорю, смотри. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Тихо, заткнись, там автомат Калашников, ты видел? Так, у нас тут что? Ага. Так, я сяду в реальности. Максимальный реализм. Так, ну зачем-то упереться? У нас есть нож, можем их зарезать. Так, подожди, я забыл, сколько раз насвистеть собаки, чтобы... Сколько раз тебе насвистеть? Два коротких? Ничего не понятно. Не-не-не! Ой-ой. Собака бежит на них. Мы весь магазин садили, можете... Можно вернуться? Сейчас собаку кончат. Блять, мне хп нет. Граната, блять, куда? Собака, гаси. Бобик, это секунд, блять, попал. Не матерись. Да все. Тихо, тихо, тихо. Я понял. В этой игре не нужно оружие. Тут нужен пес. Ну ты мой маленький, иди ко мне, мой сладкий. Всех загрыз, а ты мой сладкий. Пас, жизнь хозяина, да? Блять, ладно, благодарить. Ну чё, шакальё? А? Противогазу дай, блядь. Сука, весь магазин всадил. Так, он сведён получается, да? Чё кряхтим? Так, опа! Так, а вот это можно, получается, вот сюда, да? Это можно продать. Это можно... Пописи, пописи, секунд. Все нормально, ты заслужил. Опа, и патрончики нашли, нормально живем. Барабан, барабан. Барабан, по сути, тут можно стримить. Блядь, больше не власть. Че, оружие нельзя по бокам сувать? Сука, в руках только. Ладно. Так, подожди, а у этого что еще трупака мы можем посмотреть? Ой, кажется, у него магазин выпал и все. А, нет, смотри. Нормально, 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 ребят. Так, ну получается, что? Магазин один. Так, отлично. Два ППШ по-любому с собой возьмем. Потому что... Потому что ППШ по-любому берем. Все нафиг. Вот тут мы уже по полторашке ППШ. Это уже 3000. Так, а тут что? Так, сквозь текстуру не лезем, ладно. На-най-най-най-най. Так, это мы что только на... Солнце сегодня нас не балует. Стемнеет раньше. Будьте готовы. Да пофиг. У нас есть ППШ. Мы готовы всаживать любого. Так, мы отсюда пришли. В жопу эти гаражи, короче, я не хочу что-то эти гаражи стрелять. Патроны на них тратить. Блять, матрас, что ли, все забрать. Давай, рычи там, если что, песель. Сколько у меня хп, кстати? Найти и принести артефакт, найти точку эвакуации. Бля, может и гараж. Звук включен. Да ё-моё, я не те кнопки жму. Здоровье 75, живем. Слушай, ну нам надо найти артефакт. Сука, как стрелять-то теперь? Так, где он говорит? Подожди, я уже запутался. Давай, иди, атакуй его. А, вон он. Одного вижу, но один еще близко. Что я здесь вообще делаю? Бля, их тут очень много, пес. Пес, иди воюй. Так. Ну иди. Один раз свист. Бежим, прячемся. Пес, воюй. Пес, воюй. Грызи, грызи его. Пса же не должны убить. Пес, воюй. Ладно, давай раз выстрелим. Патроны закончились. Может, этот? Свисти просто. А ему похеру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежим? Сундук. Пес, живи.
Ой-ой-ой, какая насадочка-то. Денег стоит, поди, куча. Ну ты крыса! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! На! Отойди! Отойди! Нормально. Ой, блин. Так. Ты мне должен теперь ППШ. Пес, молодец. ППШ, ППШ. Опа. Бля, у меня уже места нет. Ну, было печеньки продать, они нам не нужны, по сути. Блять, ножик. Бля, ППШшки надо. ППШшки надо. Так, а у тебя что-нибудь... Блять, еще одна ППШ. Ладно. Возьмем вот эту. Сейчас патрон. Опа, птичечка. Смотри, ну аптечка важнее, чем вот эта фигня, поэтому возьмем аптечку. Что у тебя еще тут есть, интересно? О, у тебя тут патрон. Да, подожди, подожди. Начинается вот это вот. Блядь, ну у меня два ППШ. Пес, ты что нашел? Пес! Зажигалка! Да ты мой сладкий. Молодец. Зажигалочку нашел. Хорош, блядь. Так. Что тут еще есть? Тара-та-тан. Так, у нас есть патроны, если что. Бах. Опа, вот тут уже лут попер. В районе озера переполошилась местная фауна. Высылаю отряд быстрого реагирования. Всем охотникам обходить от греха подальше и выполнять поставленные задачи. Охренеть, что нашел. Опа. Чего? Чего? Так, явно бабло стоит, отвечаю. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас ничего нет. ППШ-шки по-любому берем в ручки. И погнали. Фига. Так, у нас теперь есть патроны, мы можем... Бля, что он тут искал? Бля, ты видел, они прям на меня бежали. Ладно. Текс. Текс. Что тут у нас еще есть? Так, тут ничего. Так, ну мы не нашли выход, и мы не нашли... Только у меня задыхается. 21:28 время. Подожди, у нас тут тупик же, кажется, нет? А, нет, не тупик. Искать гаражи надо. Вроде, может, что упустили, что нет? Бля, я реально запутался, где мы были. Мы, кажется, тут пришли. Ну, погнали. Мы пришли отсюда. Значит, мы идем туда. Да, точно. Все, мы правильно направо повернули. Собака зарычала. Мы услышали голоса. Идем. Ты тоже с ним базарил? Да пиздоболу. Один раз мне лапшу навешал, чтоб пиво глазом открывать умеет. Хуй не умеет. Пиво в глаз. Хорош. Так, пес. Пошел! Пошел, пес! Давай! Пошел, пес! Давай, давай, пес! Я защищаю тебя! Я тебя прикрываю! Грызи! Грызи, шавок! Грызи, шавок! Грызи, шавок, пес! Лежай, педрила! Свободен! Пес! Ой-ой-ой, попал. Отлично. Так, ППШ. Динамит? Чего? Патроны? Ну, лучше, чем ты. А что тут еще есть? Так, вроде ничего.
Так, пошли его посмотрим, пес. Хорош пес, молодец пес. Так, блядь, ну ты упал. Так, у тебя тут еще шашечка. Слушай, ну вместо чего шашечку? Блядь, вместо зажигалки. Я так понимаю, зажигалка нам нахер не обосралась. Игры-то ставим, продадим. Блядь, еще магазин. Ладно. Бля, пока только по шашке одни. Так, это чё? Всё, теперь точно ничего нет. Так, хорошо. Так, ну нам надо найти выход из зоны. Радарная система пострадала в ходе налета бандитов. Диспетчерская временно не сможет вас координировать. Полная боевая готовность. Ожидайте. Опа. Так, нам надо найти артефакт. Понимаешь? Нам пикать по часам надо что-то, да, определять? Да, вот по этим часам надо определять. Блин, ну пока что-то... Тупик какой-то, да? Пока в этот раз длинная какая-то карта. Видимо, первая была разминочная. У нас ничего не шипит. Ничего не поднимается. Поэтому, блядь, не знаю. Можем ли мы найти артефакт или нет. Туалетная бумага? Так, ну здесь тоже ничего нет. Опа! Опачки! Пес, стой там. Да ну! Бля, как думаешь, сколько это стоит? Это считается за артефакт? Так. Жду, похаваем. Чтоб не так обидно было. Все, все схавали. Блять, это по-любому надо брать. Отлично, пес. Я сытый, а ты, бля, было пса покормить. Ошибка, блять. Ошибка. Ладно, следующий порт твоя, пес. Секунд, погнали. Так. Удобно сделали часики, чтобы можно было смотреть. Лутать. Ладно, погнали. Че там, нюхай? Может, артефакт найдешь? Так, погнали сюда. Я опять, правда, путаюсь. Конкретно, я прям заблудился. Я прям реально забываю, где. Вот и зона. Нам нужен артефакт. Ну тут ничего не булькает, короче, слушай. У нас три ППШ-шки. Три ППШ-шки. Может, возле летающего чего-нибудь будет? Может быть, возле летающего что-то будет. Ого. Так, так, так. Бля, можно туда ППШ складывать. Точняк. А смысл? Мы же в руки не возьмем, да, так что не варик. Что там перестреливается, народ? Опа, гараж. Слушай, смотри, ну ты заметил, да? Мы вообще еще ничего не... Так. Уже ничего не поднимается. Да, я уже... Пожрать! Сгущёки! Дай лапку. Хорош! Лапу мне дает. Так, вторую дать, брат? Тебе и вторую дам. Будь здоров. Расти большой. Текс, ну... Придется сигареты выкинуть. Эх, ради сгущенки. Посмотрим, сколько сгущенка просто стоит. Ну, мы не знаем, сколько стоит сигарета. Ну, да ладно. Курить вредно. Может, еще что выкопаешь, а? Ну-ка, давай, копай. Так, ну здесь ничего нет. Так, здесь 5 замок. Так, ладно, давай вот этим. Так, патроны тут закончились. Патронов очень мало. Овер прям. Па. Так, записку.
Так, это была не просто подземная точка дислокации врага, это самое настоящее лого. Ну или гнездо нора. Я, в отличие от вас, не мудак, собранную информацию доведу. Это тварь, сон, что это боец, поэтому не только... Конверте с данным репортом. Мои погоны в конверте с данным репортом. Подожди, так это информация? Подожди, мы сюда можем что-то выложить? Нет. ППШ, да? Ладно. Валим отсюда. Сейчас последнюю эту долутаем и все. Слушай, ну тут даже и не пахнет. Тут даже и не пахнет какими-то артефактами. Ну, вроде все облутали. Оп-оп-оп-оп. Погнали. Быстро я, конечно, выдыхаюсь. Но новых бандитов вроде не должно появляться. Но в этот раз, бля, было очень много. Погнали. Вот она, наша родная. Сейчас поддаем. Иху! Пес! Подходи. Пи-пи-пи-пиу. Надеюсь, в руках сохранится то, что в руках. Мы это, кстати, заодно и проверим. Если нет, то это очень обидно. Так можно набирать и набирать. Это очень круто. Нет! В смысле? Капец! Чё? Не зря таскал два ППШ. Все, что видишь, продается. На, забирай, блядь. Забирай. Забирай, на, хотел сгущенку. На, сгущенку. А вот это редкая штука. Ты еще, блядь, сгущенка. Мы не зря выкинули сгущенку. Сколько аптечка стоит? Во. Нет. Нет, нельзя не продавать обратно. Вот это сколько стоит. Ты где это нашел? Там уже нет. Так, подожди. Так, динамит. 250 всего. Блядь, зря продали. Ну, мы будем знать. Так, блядь, прицел, сука, так-то нужен. Да, без прицелов. Тыща, коллиматор. Я чё такой калькулятор. Вот это хабар. Да я знаю. Блядь, у нас тут всё-таки ничего не осталось. Так, вот это оставим, потому что оставим. Так, у нас патроны. Патроны нам нужны. Так, смотри, патрон. ППШ магазин 119. Я как понимаю, у нас до хера будет этих его. Баланс 9000, блядь. Еще увидимся. Big VR 6800 просто. 6800. Так. Чуваки спят. А, здесь можно воду набирать. Так, энергия у нас 84. Бульк! Вот это звук. Бульк! О, хорошо. Хорошо. Отлично. Опа. А, подожди, мы ему еще кучу не продали. Скажи мне, зачем? Ну, слушай, динамит продам, ладно. Да, ну вот эта фигня, она как будто будет нужна, да, когда будет темно. Например, сейчас видишь, 21.40, да, это мы оставим. Это мы оставим, это мое. Да, мы тебе не продам. Так что все, погнали. Все четенько, погнали. Опа. Опа.
Требуется сложно, да? Нам надо... Опа! Случайная локация. Мы это не можем взять. Погнали. Следующий рейд. Йоу. Йоу. Следующий рейд. Рейд. Чего? Почему нельзя? Секундочку. Опа. Давай еще раз. Нельзя больше, ребятушки. Ну ладно, ребята, почему-то нельзя. Возможно, время или что? О, а, подожди, у нас может что-то закончилось. Репутация 1, регидратор энергии, все нормально, вот тут все. Ну ладно, закончим на этом игру. Видимо, она хочет, чтобы мы остановились. Вот, мы вышли на 7-е место, да, NBQ VR, да, то есть неплохо. Так что все, будем, выходим, будем на 1-е место, блядь, отвечаю. Спасибо всем, кто был на канале. Спасибо большое, огромное разработчику данной игры, кто скинул ключик, поделился. Дал возможность заранее поиграть. Скоро, через пару часов, выйдет игра. Так что все, ребятушки, ждем, ожидаем, делаем, оцениваем. И, возможно, будем проводить трансляцию по этой игре. Хотя у нас хоть проходят сейчас турниры, да, по IDC. На IDC-платформе по Contractors Valve сейчас начнутся, да? 5 на 5, 1 на 1, все дела. Так что тоже там узнавайте, пишите, интересуйтесь. Ссылки все имеются, все есть. Так что вот, ну, будем стараться выбирать время и отвлекаться. И, в принципе, тут можно... на стримах проводить прикольное время со своим пёселем и бить рекорды вот тех вот чувачков. Так что все, ребятушки, всем спасибо, всем пока.